Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня позволю себе немножко отклониться от своей основной темы аккумуляторов и рассказать о том, как я проверяю работоспособность клапана РДТ. Это регулятор давления топлива. Ну вот у меня стоял такой Made in Russia, Россия. И с давлением отсечки 300 килопаскалей. Машина на горячую начала тупить. Терялись обороты, пропадали обороты. И глохла. Если машина заглохнет, она практически у меня очень сложно, очень тяжело было ее завести. Значит, проверять буду вот простейшей приспособой, которую я сделал. Ну, это такую приспособу может сделать любой. И компрессор. Значит, 300 килопаскалей должна быть сработка. Вот у нас синяя шкала. Это как раз килопаскали. Включаем компрессор. Видим 200 килопаскали, и давление тут же сбрасывается. Это говорит о том, что, да, действительно, клапан, он нерабочий. Вот у меня есть еще один. Это оригинальный ваносовский. Мне его подогнали по дружбе с разборки. Хотел его поставить, но потом решил, что ставить старый, поехал, купил новый. Поставил новый, и недолго музыка играла, буквально километров 10 я проехал с улыбкой, и потом у меня опять пошли слезы, потому что машина опять начала тупить. Значит, этот нерабочий клапан. Сейчас я проверю этот клапан и пойду снимать тот клапан, который стоит на автомобиле. Ну, давайте сейчас поставлю на паузу и проверим следующий. Ну вот, поставил с ланоса. Давайте проверим его. Как видно, давление почти 300, 280 где-то килопаскалей. Рабочее давление на ланосе должно быть в пределах 250-300 килопаскалей. Ну вот потихонечку сброс идет, но это в пределах как бы разумного. Клапан хоть и выглядит непрезентабельно, но, как оказалось, рабочий. Сейчас пойду снимать новый, и в конце этого ролика сделаем ему такую же проверку. Ну вот, легким движением руки снял новый РДТ, новый неизвестного производителя. На упаковке не было написано, кто, где, когда. И сейчас напрашивается вопрос, зачем? Ну-ка, давайте проверим. Ну, давление не держит. Давление уходит. Вот это новый. Давление должен держать. Вот как в этом. То есть при выключении компрессора давление не должно падать. Будем ставить старенькое, проверенное временем. На этом ролик заканчиваю. Всего доброго. До скорых встреч.